Мне хорошо с вами, я так люблю побыть один. Это тоже очень важная история. У нас, опять же, есть такой страх одиночества, но я предлагаю разделять одиночество и уединение. Это совершенно два разных абсолютно процесса. Одиночество – это когда я очень хочу быть со всеми, но у меня нет такой возможности. Да? Вот я всем с собой тянусь к людям. Mm-hmm. Уединение – это когда я, наоборот, ухожу и наедине с самим собой. Да? Уединение происходит, когда я уже не смотрю ни на кого, никому ничего не должен, могу поймать свою скорость, помедитировать, подумать вообще о жизни, о себе, и это очень важно, я тоже действительно Тут есть гран-при просто, так, на мой взгляд, сообщение. Значит, сижу на кухне с ноутбуком, работаю. Время 00:30. Тут заходит муж и говорит: я женатый человек, я не должен спать один. Забирает кота и уходит. Вот это прекрасно, Владимир из Москвы написал.